Подпишись на Китунс, и пусть начнется бесконечное веселье! Всем доброе утро! Сегодня чудесный день! Випец! Доброе утро! Вы готовы к музыкальному фестивалю? Мы будем танцевать! Ди-ди-ди-ди-ди. Привет! Мы самые невероятные питомцы на свете! Мы экспериментируем с прическами и обожаем приключения! Видите, я выделила те группы, которые бы хотела видеть на фестивале. Я бы начала вот с этой. Называется Dogs Farm. Я бы предпочла что-нибудь поживее. Ты слышала про Макила? Я хотела бы, чтобы это была танцевальная музыка. Сейчас в моде диджей-данс. Лучше ее никого нет. Это будет очень круто. Скажу вам, что сейчас самое модное направление – это трэп. Как хотите, а я должна увидеть диджея, да? Ты пойдешь на фестиваль? Я не очень люблю толпу. А я вот обожаю фестивали! Когда я был молодым, в смысле, помоложе, я не пропускал ни одного фестиваля! Похоже, что это было очень давно и к тому же в очень далекой галактике. Я работал стилистом у величайших артистов! Правда? Конечно! Я первым придумал начес, а затем все скопировали его! Да, точно! А еще ты придумал утюжок для волос! Все верно, и теперь все его используют! А с кем из знаменитостей ты работал? Со многими, со многими! Как-нибудь я покажу тебе фотографии! Не думаю, что стиль трэп сейчас в моде. Мне он не нравится. Главное, что мы идем туда вместе. Мы VIP Pets, так что не беда. А в конце выступит диджей Данс. И мы будем танцевать. Я ничего не вижу. Слишком много людей. Ничего не видишь? Я вижу много ног. Надо было пойти на трэп. Даже если не видно сцену, то хотя бы можно потанцевать. А может, пока сходим перекусим? Нет, давайте лучше займем хорошие места. Постойте, у нас еще куча времени. А мне нужно что-нибудь съесть, чтобы восполнить энергию. А я хочу сфоткать еду и выложить ее в интернет. У тебя на фотографиях одни ноги. Мы так ничего и не увидим. Но мы также ничего не увидим, если вдруг упадем в голодный обморок. Не кричи, это выводит меня из себя. Сделайте глубокий вдох. Продолжая нервировать друг друга, мы не решим проблему. С меня хватит, я хочу есть. Ну что, девочки, теперь, когда мы поели, выпили воду из фонтана, может, вернемся на концерт? Я лучше схожу в магазин или же к Фабио. Нам не нужно к Фабио. К Фабио мы сходим позже. Сегодня особенный день. Я бы пошла, но у меня устали лапки. Давайте лучше в Централ Пэт. Точно? Да, пойдемте в кино. Я сказал ей, ты станешь звездой. В то время я еще не знал, сколько людей потом будут об этом говорить. И так уже много лет. Так значит, она первая выступила с начесом. Самая первая. И ты создал этот стиль? Ага. Как здорово! Расскажи еще, расскажи еще! Ты видела панковские иракезы? Сейчас скажет, что это он их придумал. В общем, это я их придумал. Несколько лет назад я был в Лондоне и... Я так ничего и не увидела, там столько людей. Из-за этих концертов мои волосы стали похожи на львиную гриву. Фабио, нужна твоя помощь. Что ж, заходи. Сейчас мои волосы приведут в порядок. Почему такая грустная, а? Ты увидела своего любимого диджея? Она еще не выступала, она последняя. Ну вот какая беда. Я не в настроении видеть ее сейчас. Нужно что-то придумать, но что? Я понял! Я сделаю тебе концертную прическу.
Я делаю ее только по особым случаям. Придам тебе неповторимый облик. Наконец сбудутся все твои мечты. F&F натурально на 100%. А залог успеха в нашей секретной формуле. Правда? Именно благодаря этой прическе твоя любимая диджейка до сих пор предана музыке. Просто невероятно! Начинается. Диджей Данс? Она самая! Дядя, я тебя, конечно, люблю, но никто в это не верит. Давайте попробуем. Концерт стайл. Думаю, на этот раз все получилось в лучшем виде. Мне очень понравилось кино. Да, мне тоже. Ты это видела? А? Класс! Здорово! Восхитительно! Мне очень нравится! Ну что, девочки, предлагаю вернуться на концерт. Но там очень много народу. А? Мы ничего не увидим. Не волнуйся, идите за мной, и вы все увидите. Она похожа на диджея Данс. У нее такая же прическа. Она настоящая. Смотрите, звезда. Перед нами все расступаются. Да, первый ряд будет нашим. Для чего он все это сочиняет? И где выпрямитель волос? О! Так значит, это все правда. Я в шоке. Ну, не все, конечно. Если честно, диджей Данс добилась успеха не благодаря моей прическе. Тогда как? Благодаря самой себе. Ей просто не хватало уверенности, как и Гвен. Первый ряд, мы добились своего. А ну, дерзни и прическу смени. Мы Вип-Фест, да! Доброе утро, Земля. Пора вспомнить про йогу и растянуть лапки. Намасте. Как я пойду на занятия йогой с такой прической? Взгляни на мои волосы, причеши меня. О, привет, моя прекрасная Нила. Она даже не обратила внимания. О, Нила, мне сейчас не до игр. Я должна идти. Вот, поешь. До встречи. Привет, Нила. Как твои дела? Я вся взъерошена. Вижу, как будто бы у тебя на голове свили гнездо. Моя хозяйка не причесывает меня. А ты будь настойчивее. Настойчивее? Да, продолжай настаивать. Наконец-то я дома. Спокойной ночи, Нила. Я пошла спать. Да уж, и как я завтра с такой прической буду вести занятия йогой? Подруги, у меня настоящая беда. Мы это видим, Нила. Завтра мы все уладим. Я отправлю тебе список расслабляющих мелодий. Спасибо. Встретимся завтра утром на набережной. Привет, мы самые невероятные питомцы на свете. Мы экспериментируем с прическами и обожаем приключения. Спутанные волосы. Какой-то кошмар. Дядя попросил меня найти фен, но как его можно отыскать в таком беспорядке? Теперь понятно, почему он сам его не нашел. Ну и бардак! Привет, девочки. Как у вас дела? Я никак не могу найти красный фен, о котором ты меня просил. Не волнуйся, он был очень старый. Ему уже было 2 года. Я прямо сейчас куплю новый. А это все ты можешь выбросить. Пока! Выбросить? Поможешь мне найти его, Киара? Киара? Ладно, начнем с этого провода.
Брось, все это пустяки. Конечно, раз, два и будет готово. Ладно, ладно, только не смейтесь. Прекратите, все будут смотреть на меня. Слушай, Нила, что это с тобой? Можно потрогать? Потрогать? Ты что, спятила? О, нет, нет, нет! Ну хватит уже! Я думала, вы пришли помочь мне, а не насмехаться надо мной. Прости, Нила, но то, что у тебя сейчас на голове, это... Спутанный клубок! Если не хотите мне помочь, то я пошла. Постой, погоди! Не переживай, тебе поможет натуральный кондиционер на основе авокадо. А ты уверена в этом? На 100%. Он не только распутает волосы, они еще и будут блестеть, как у повсюду. А? Она говорит, что он не только распутает волосы, но они еще и будут блестеть, как у поп-звезды. Готово. Теперь нужно подождать полчасика. Нет. Поблагодаришь нет, нет, меня нет. позже. Я больше не могу терпеть. Он не помогает. Уберите его с моей головы. Какой же он отвратительный. Я прилипла, прилипла. Я испугалась. Как думаете, станет лучше, если я побрею голову? Должен быть другой выход. Придумала. Ничто не устоит перед моими грабельками. Полегче, нежнее, нежнее. Ай, ай. Здесь главное не терять концентрацию, то есть не отвлекаться и сохранять спокойствие. Я уже почти закончила. Ну, наконец-то! Мой новый фен! Я его так ждал! Мощнее, чем реактивный самолет! Нет, это уже перебор! Готово! О, куда же подевался мой красный фен? Мне не нужно было бы покупать новый. Опять все распутывать. Смотри, Нила, мы скопировали твой лобзик. А, мы забыли про авокадо. И лимон. Скорее, нас не должны увидеть без лимона и авокадо. Девочки, вы замечательные поклонницы, но не копируйте мою прическу. Это все из-за дурацкого кондиционера. Мы думали, ты специально так сделала. Ты классно выглядишь. На ней все хорошо смотрится, но Нила права. О, Луна. Нам пора, наши хозяева собирались причесать нас. Все, я решила. Прощай, роскошная грива. После стольких лет настал этот момент. А может, все-таки дождешься, когда подействует кондиционер? Нет, Джулиет, не волнуйся. Уверена, в Лайсити не станут возражать против лысого преподавателя йоги. Постой, Нила, давай сходим к Фабио. Он сказал, что у него есть новый шампунь для распутывания волос. Идем, Нила, поднимешь себе настроение. Что у тебя с волосами? Что случилось, Нила? Так, нужно срочно их распутать. А ты что делаешь? Я распутываю провода. Поможете мне? Ну, конечно. Я придам тебе облик медитирующего преподавателя йоги, но вначале воспользуемся натуральным средством для распутывания слипшихся волос. Это новинка в индустрии красоты. Йога-стайл! Готово! Все узлы распутаны! Мила, ты потрясающе выглядишь! Я хочу перед вами извиниться за то, что не сдержалась тогда. Я знаю, вы хотели мне помочь. Ну а раз эта прическа в стиле йога, то я проведу с вами занятие, чтобы мы могли расслабиться. Замечательная идея! Да! Мы скоро увидимся. Серьезно? Ты уже в Глэм-Сити? Да, мы вчера приехали. Я так по тебе соскучилась. А мы сходим в кино, как обычно. С тебя напитки, с меня попкорн, печенье и закуски. Только много не бери, а то я знаю, как будет. Много? Лови, Тейлор! Ух ты! Вот это да! Надо сделать слоумо.
Эй, посмотрите, кто идет! У тебя довольный вид. Ты купила себе новый шампунь? Еще круче. Ко мне на несколько дней приезжает лучший друг. А, здорово. Познакомишь нас с ним? Прости, не сейчас. Мне нужно кое-что купить для кинотеатра. Нас ты возьмешь, Джули? Премиальные косточки, куриные печеньки. Ты возьмешь нас? Да, то, что надо. Джулит поглощена покупками. И попкорн, чуть не забыла. Привет, мы самые невероятные питомцы на свете. Мы экспериментируем с прическами и обожаем приключения. Бипет, мои друзья. Если мы вместе, будет мир чудес. Зовем мечта, прически, красота. Сладкая прическа. Мама Мия, столько хлама. Почему твой дядя держит все это? Даже не знаю. Но в кое-веки я рада, что он не все выбрасывает. Посмотри-ка, я смастерю что-нибудь прикольное на урок физики. Поможешь мне? Да! Что это вы тут делаете? Вы меня напугали. Снова меня понесло. А это еще что такое? Попкорн, сладости. Наверное, ошиблись адресом. Ничего не ешь, Джулиет, ладно? Я скоро вернусь. Нужно поторопиться, пока хозяйка не вернулась. С таким темпом я ничего не успею. Поехали! О, нет! Я не могу появиться в таком виде! 93, 94, 95. Давай, Тейлор, ты идешь на рекорд! Друг Джульет вряд ли так сможет. Девочки, девочки! Девочки, помогите, пожалуйста! Нет, мне не хватило одного раза. Что случилось, Джульет? Уберите с меня это! Почему ты не обратишься к своему другу? Почему вы сердитесь на меня? Ты не пригласила нас в кино, чтобы познакомить со своим другом. Я хотела побыть с ним вдвоем, потому что у нас только один свободный вечер. Ну, по крайней мере, познакомить ты нас с ним можешь? Ладно, хорошо, только уберите это. Ну всё, осторожнее! Бекон, вы очень липкие. Прости. Невозможно отодрать. Постой, у меня есть идея. Вот здесь и вот здесь. Все, Киара, я поняла. Как все сбалансировано и гармонично. Диджею Данс наверняка понравится этот цвет. Я намерена испытать свою суперплойку и... Прости, дядя, чересчур мощная, да? Не волнуйся. К счастью, у меня есть кое-какие соображения. Яра! А этот цвет тебе к лицу. Он не сможет это отодрать. Еще как сможет. Сделай глубокий вдох. Главное, положительный настрой. Фабио и Фабио всегда находят решение. Он обязательно что-нибудь придумает. Это невозможно. Я не знаю, что делать. Давай-ка я. Я кое-что перенастроила, и на полной мощности мы его расплавим. Не думаю, что это удачное решение. Мне уже все равно. Давайте попробуем. Ну что? Леденец стал даже симпатичнее, чем был. Он похож на украшение. На украшение? Джульет, все это бесполезно. Его нужно состричь. Состричь? Нет, ни за что. Я лучше буду ходить с леденцом. А? С леденцом? У меня появилась идея. Доверься мне. Кэнди стайл. Вуаля! О, здорово! Как будто так и задумывалась. Не то, что моя окраска. Ладно, садись. Я сейчас все сделаю. У меня вдохновение. О, нет! Мой друг приехал, мне пора. Пока! Пока, дорогая!
Я хочу увидеть твоего друга. И я тоже. Уверена, он классный. Скорее бы с ним познакомиться. Девочки, прошу вас, потише. Не волнуйся, Джулиет. Обещаю, мы будем тише выключенного фена. Тише, Виппетс. Куда делся мой друг? Привет, Джули! Наконец-то мы встретились. Мы твои поклонницы. Мы любим твои странички. Не хочешь сходить с нами в кино? Да, это отличная идея. Пойдешь с нами? Я бы с радостью, но у меня встреча с лучшим другом. Джулия, а? Это ты? Пожалуйста, вытащи меня из этой штуки. Они надели ее на меня, и я не могу ее снять. О, я ничего не вижу. А! Это вы сделали? Мы увидели в инстадоге, что ты собираешься в кино, и... Как вы посмели надеть гигантское ведро из попкорна на моего друга? Вы не имели права! Я же говорила! Прости нас! Мы больше так не будем! Ладно, девочки, давайте продумаем план действий, а я пока вам поведаю о секретах своей красоты. Договорились? Класс! Да! Это, конечно, здорово, но кое-кому нужна помощь. Ау! Есть кто-нибудь? I love it, Pets! Я в восторге от твоих картин, Алексия. Но никто не пришел. Видно, я вышла из моды так же, как и светлый шиньон. Я больше не буду рисовать. Нужно ее приободрить. Сейчас не время, чтобы фотографировать леди Джиджи. Вот увидите, выставка пройдет на ура! Привет, мы самые невероятные питомцы на свете. Мы экспериментируем с прическами и обожаем приключения. Без пяти минут художница! Я не состоялась как художница. Посмотрим. Как здорово! Моя выставка собрала более 200 лайков на инстадоге. Я звезда! Мы не переборщили с этими лайками? Не волнуйся, мы лишь хотели ее приободрить. Смотрите, она пишет: «Спасибо вам, мои поклонники. Судя по всему, у вас замечательный вкус». Похоже, что сработало. Наслаждайтесь моим творчеством. Я приготовила для вас новые картины. О, нет! Что нам теперь делать? Ничего. Вот увидишь, скоро она об этом забудет. Как это успокаивает! Классическая музыка подпитывает душу. А поп-музыка подпитывает тело. И как тебе моя новая прическа? Круто, да? Ко мне, Киара, присоединяйся! А? Совсем другое дело. Я проголодалась. Погоди, у меня может пропасть вдохновение. Мне нужно все подготовить к моей новой выставке. У меня онемела лапка. Я почти закончила. Потерпите немного. Неужели опять? Никому не нравится мое творчество. Я неудачница. Больше не буду рисовать. Что дальше? Дай-ка подумать. Нет, с тебя на сегодня хватит. О, что это? Ух ты, какая прелестная кисточка. О, еще и записка. Лучше подарка мы придумать не могли. Кисточка с твоим именем и специальной надписью. От твоих друзей, чтобы ты всегда помнила, что твои картины наполняют наш мир незабываемыми красками. Все, не ждите больше от меня никаких красок. Ой, нет! Она отправила назад кисточку. А, и что делать? О! Я не знаю, но лучше поторопиться. Алексия только что выставила все свои работы на продажу на сайте из лап в лапы. Это уже серьезно. Мы не можем этого допустить. Постойте, у меня есть идея. Я постараюсь выкупить все ее картины. Ты что, спятила? Это будет дорого стоить. Вот увидите.
Привет, Алексия. Меня заинтересовали твои работы. Давай встретимся. А сейчас мы поедем к Фабио. Смотри, это танец змеи! Как здорово! 10 очков! А теперь деми-плие. За старание я поставлю тебе единичку. Фабио, мы пришли. Люди такие непунктуальные. И где-то собака, с которой я должна встретиться. Привет, Алексия. Как тебе мой образ? Разве не вдохновляет? Нет, я больше не буду рисовать. Погляди на мою волшебную прическу! Оставьте меня! Нет! Это уж слишком! Я не хочу рисовать! Если ты действительно любишь рисовать, то ты это сделаешь, чтобы о тебе не подумали другие. Ну, конечно, а ведь ты права. Но мне нечем рисовать. Тебе не хватало вот этого, этой прекрасной кисточки. От моих прекрасных подруг. А теперь замрите. Готово. О, великолепно. Только вот ты сама выглядишь не очень. Не волнуйтесь, нужно сходить к Фабио. Привет, Фабио. Мне нужна помощь. О, какой ужас. Садись. Привет. Ты, наверное, художница Алексия? Да. А ты кто? Меня зовут Киара. И я мечтаю стать актрисой. Это наша собачка, и мы экспериментируем на ней каждый день. Но теперь твоя очередь. Поехали! Теперь наш волшебный штришок. Экзибишн стайл. О, ты как классно выглядишь. Вау, я знаю, что делать с твоими картинами. Бесподобная картина. Я в восторге, Алексия. Думаю, выставка всем понравится. Люди уже ждут, не дождутся. Здорово! Только чего-то не хватает. И чего же? Музыки! Брейк-данс рулит!